Ну что ж, давно не играли, поиграем. Как говорится, let's play. Я даже не помню, где там что вообще. Кеша, а ты помнишь? Афганистан. Так, куда мне надо? Почему ты не останавливаешься? Ага. Что-то хочется в новенькое поиграть, это надоело как-то. Подожди, я здесь всех зачистил, что ли? Нет. Странно. Нет, подожди, я помню это место. Да, мне надо туда, точно. Я как раз, по-моему, закончил на том, что я здесь. Всех. Чё ты там раскудахтался? Ну все, я, по-моему, даже приезжал. Может просто повоевать? Анализ complete. Анализис. Хрен к нему подберешься. Смена караула, что ли? Что-то они куда-то все уманулись. Ага, полез. Так, этого нет, там идет. Он идет. Сейчас будет болтать. Ты слышал историю о человеке с одним глазом? Ага. С одним глазом. Там много положено наших ребят. Он душман? Нет. Он душман. Но я слышал, что его прислали американские империалисты в поддержку душмана. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог. И что он сражается, как одержимый демон. Агатый мужик? Да он, небось, запаниковал, съел с катушек. Может быть. Демон. Ну, правда, почему я демон? Что? Так, этот что-то заподозр. Что? Оп-оп. Чёрт подери! Что происходит? Так, сейчас он такой, о, чё вообще происходит? Это тоже такой, о, нету здесь никого.
что-то, что происходит? Он такой фонариком посветил, неужели он не увидел ничего? Это был укус комара. Сейчас такое. Подошел такой, главное, смотрит, так, ну что, опять нажрался. Это такое. Что? Че он услышал? Как комарик укусил их? Что? Да ё-моё, где у тебя голова-то? Все дротики на тебя израсходовал. Удачного полета. Товарищ, только заберите своего. Набираю, набираю, толку от них есть какой-нибудь. Поехали уже. Плохой у тебя фокус. Автофокус. Веселые ребята. Ни одного душмана. Ну что за дела? Это не русский солдат. И какие-то зомби. Шустрые. Химически. Туда лучше не падать. Все-таки я упал. Что, что там? Едут что? Значит, машина показалась. Какой-то двигатель. Смотри, не было же никого. Analysis complete. Беспонтовый солдат.
Хочу я туда идти, а у меня нет снайперки. Сколько здесь паста, вообще жесть. Народ-то мало, кстати. Вроде так много всяких бараков. Тут мало. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Да. Сиди. Ну вон же твои эти штуки. Ёшкин кот, охренеть. Откуда ты здесь? Так, у меня что это? Глушитель не работает? Надеюсь, никто не запалит. Нет. Охренеть, вышел покурить. Я такой здесь что-то отвлекся. Смешно так заглатываешь. Кому? Президент Путина? Ну слушай, здесь... А его хотят прикрыть в России. Ты знаешь об этом? Типа как бы. Блин, слушай, много народу-то здесь. Чё ты ведь макап не играешь совсем? Разброс. Штаны мои вот там вот ронда у них лежит, а мне ну вот же чего-нибудь, ну а все равно ты не любишь так. Ну этот, который фруктовый, то лимонный. Когда это я много сладко? Тебе приснилось что-то. Пистолет у меня сломался. Мне кажется, надо просто Рэмбо войну устроить здесь, как считаешь. Ну, кстати, я уже на месте. Это и есть то место. А чё мне? Чё называется? Этот Phantom of Pain, Metal Gear Solid 5. Так, а какое мне задание-то? Ну да, а чё?
Ну чё, скучно. Так, а где я-то вообще сейчас? Что-то не понял. Да ладно, я уже давно не слушал. Там, кстати, интересно, прикол, ну так прикольно сюжет. Я что-то не пойму, где я-то? Вообще, какую сейчас миссию-то выполняю? Что ж? Чё ты рядом со мной ездишь? Я главное сейчас тоже что-то тебе кричал, там это курю сижу. Вышел чувак такой, передо мной встал курить. Я такой... Блин, все 4 бы поставить ему. Какие ребята. Analysis complete. Analysis complete. Куда это они пошли? Вдвоем. Посмотри-ка. Да ё-моё! Вызвал. Все. Что-то я не то выбрал. Так, так, так. Ну да. Более что-то приземленное. Хотел это потихому все, а вещь я промахнул всю голову на пол. Блин, они не окружили. Я хочу. Ну почему я? Надо сюда валить. Свет-то. Зачем я перезаряжаюсь? Так, мне надо взять вот эту штуку. Нет, вот эту. Она классная на самом деле. Четко. Сколько там? Я еще говорю, что-то их мало, типа.
хуй. О, нет, еще миномет на огонь не снимает. Запрыгнуть не можешь? Раз, тарап. Слушай, как много ты здесь. Я еще хотел по-тихому. Ах ты, ёшкин кот. Целый базу на меня здесь выбежал. Граната кидается так, надо выбирать их обязательно, шуркин так побыстрее назад как. Там снайпер что ли? Да, у меня все схвачено. Это обойти что? Ты здесь обойдешь? Снайпер наверху сидит, я все. Здесь вообще закрыто, да? А, открыто. Снайпер снимать. Да хрен его снимешь, блин. Зачем я перезаряжаюсь-то? Ты снайперюк, блин. Куда побежал? Стоять. Пулемет хороший вещь. Вот он. Он весь красный теперь. Ну вот он. Навряд ли выживет. Дух господина Пэжа. Че он там говорил, кого бракаться? Кстати говоря, возьму-ка я снайперку. 6 патрон всего? Раздеваешься? Не уж лучше я похожу. Хотя там уже никого нет, наверное, можно и взять.
Мне, правда, с оружием туго теперь. О, дробовик, прикольно. Нет, своей этой. Тоже 5 патронов, не густо. А, у снайперка тоже. Что-то мне там говорил, кого-то усыпить, а я уже за всех усыпил. Навечно. Слушай, ни одного душмана нет. О, господи, смотри, какая музыка-то играет. Ага. 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 Это как я... Клип помнишь? Его, помню, раньше показывали все. Да. Но он на самом деле не нарисован, просто сделали так, как типа нарисован. На самом деле он это видео. Просто вот еще такие первые фотошоп спецэффекты. А-ля фотошоп. Или что там, не фотошоп. А знаешь, как сейчас на дешевых камерах всякие спецэффекты стоят? Такие дешевые спецэффекты стоят там. В видеоредакторах там. Ну такие эти, да. Всяких видеоредакторов полно таких. Типа сделать как мультик. Ну это все, конечно. Ерунда, по-моему. Да ё-моё. Я вот думаю, послушать ли нам нашу любимую музыку. Ну. Что, не нравится? Ну, можно другую. Давай другую. Да. Хочешь другую? А у меня здесь уже, по-моему, все прослушано, ничего интересного. Та-та-та-та-ра-та-та-та-рам-пам-парам-пам-пам-пам. Ты какие авторские права? И ты туда же, брут. What you died in? Я хочу сбросить.
чертежи какие-то взял. Три патрона мне хватит. Накладывается с нирванами. Ага. Откуда он играет? Так свет слепит. Так, что это надо? Нет. Хорошо. Интересно, они хорошие ребята были. Я всех уложил. А что так мало патронов к нам дают? Я сам ставил. Чертежи взяла. Чё мне здесь? Подожди, мне надо был солдат, что ли? Взять. Или что-то. Вот это вот чё за походу я профейдил что ли это задание. Поехали. Ну явно мне уже сделать делать нечего.
Please select a mission. Заград, эвакуируйте инженера, который пытался бежать с советской базы. Сейчас удержится в казармах вон сидит. А? Mission accepted. Map has been updated. А, ну и хрен знает куда ехать. Нет, это не то что-то. Не можешь на Ронду смотреть? Please select a mission. Оружие, ракеты. Чего? Что-то скучно. Что я здесь делаю? А я здесь за муджахедов играю, ну охренеть вообще. Ангел со сломанными крыльями. Вот что-то мне не хочется джахедов эвакуировать. Я бы лучше здесь пострелял по джахедов, нежели русских солдат. Кажется, не все сделать нечего. Надо отсюда слетывать. Под музыку советских партизан. Я сюда вообще припёрся. Интересно. Для диверсии. Ну, отсюда их можно всех херачить. Удачно поставить очень. Destroy their anti-air radar.
Хорошо. Папа. Механизм работает, что ли? Не порезка. Спокойно. Эвакуированный. Как я эвакуирую? Вот я не мог никак эвакуировать. Собрана сумма. Кто-нибудь, что там? Пусть они между тебе шаг и крепкий. Спугмай. Значит, я что-то не понял. Это вообще как называется? Кто там орёт?
что здесь есть. Есть что за задание, я не хрен с ним. Знаешь, где-то здесь. Или это глюки? Нет, все-таки, наверное, здесь еще бы не было видно. Собрался. Как прям повезло тебе, чувак. Это все, это душман, что ли, как китайцы. Кажется, здесь не все обходило, я что-то думал, что все пошел. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Трап разу нет, палыш. Отлично. Ну, можно теперь распределить там все роли. А! Что из розетки? Фен? Вроде да.
А, не, не вытащу. Ну я вытащу. Ладно. Так, а у меня ее нет или есть еще? Подожди, кузовренцы. Значит, небольшой масштаб также позволяет выкрутить огневые точки. А, ну это у меня есть. Не вот это нужно. Мне не хватает еще дофига. Наушные следовательски не хватает. 8 аж. Подразделение поддержки. Логистик. Нет. Вообще никого нет. Может, можно улетать, да? Саш, ты... А, ты разрабатываешь. Сложно, это игре, блин, пока летит. Долбанные советы. Получайте. Научный след 15 уровень. Чё там дым? Тутерный к развитию C4, ловушка. Ну хорошо, я рад. Доступна команда, приступай. Облегчиться для отдыха. Облегчиться для отдыха. Облегчиться. Команда облегчится. Окей. Так, чё тут у нас? Оружейник. Чё за русский? Киллер Вайпер. Ну что-то я не знаю.
Side ops list updated. Members of the intel team are on the ground. Their reports will be reflected as predicted enemy fields of movement on your iDroid's map. The higher the team's level, the more accurate and frequent their reports will become. Be sure to take advantage of them. Всегда в вертолете Снейк летает. Уродный думает, вертолет, блин, есть в крови. Ой, что это? У меня разные. Так. Главная база. Главная база. Научно-исследовательская. Развитие базы. Поддержка. Цель разведки. Wi-Fi. Все, вот мечта. Блин, как же мне высадиться на базе? Я не помню. Здесь всего вообще. Ребята, там... Щенка совы таскать. А, у меня уже хреново туча платформ. Я сейчас где-то здесь, что? Я еще на разные могу съездить. А, так как есть техподдержка, давай... Давай в поддержку слетать.
Блин, я какой-то прям президент здесь, ё-моё. Слизывается, зашибись. Диди, come. Прям одиноко, да, это бабушка. Надо походить по приветству персонала. Слушай, там такое мокрое пятно. О, вот кого-то встретить, а я здорово. Мой подчиненный, верно. Его дух. Пожалуйста. Дедовщина здесь, я смотрю, процветает. Там 92 метра для чего-то там. Так, а если так вырастет, то я пишу. Здорово. Boss, let's develop something. Да. Вырастает. Надо походить всех приветствовать. Это я на главном приехал. У нас здесь какие-то здоровые машины. И спокойно. Кто это, кстати? Какой-то нижний же палуб здесь дофига, я смотрю. Давай, да, поездим. Я смотрю, там целый город. Да, понятно, с вашими командами управления. Там что-то спасательные лодки. Эти машины обозначены. Привет, чувак. Садись, прокачу. Здесь так вот просто есть. Там рот.
Ну, давай, пойду. Ой, блин, разгонимся. Ушел на один, я же сейчас на... Один ушел. Главная платформа. Ладно, а чем поможете? Так, а здесь вообще что-нибудь отмечено? Я на главную приехал. Надо побывать на других. Извините, право я купил. Если я как-нибудь, то так сейчас можно говорить. Привет. Молодцы. Давай попробуем. Короче, высаживаться не на главную базу, а высаживаться на главную. Get a little crowded around here, boss. Ну, чувак, ты меня видишь? Сейчас я поприветствую. Если дает. We'll all take good care of that puppy you saved, boss. Не знаю, может это все одно и то же не дает осенью. Опа. О, вообще ничто. Смотри-ка, что здесь есть. Брюлики. Да куда ты? Коноплю выращивали, смотрю. И надо к этим пистолетам теперь сходить. Что это такое вообще интересно? We're here for you if you need combat support, boss. Что, тренировка? Да. Что мне надо сделать? Бесконечные патроны. Нет.
каждой базе есть свои приколы. Так, кто еще не спрятался? Хочу еще выбрать снайпер. Нет. Что у меня за спиной снайпер? Там где-то я упустил. Завтра на работу. Завтра у нас что, пятница вообще?